женщина такая. Вот кашка стоит. Как вы ее здесь оставили? Просто подъехала и работаю в этом здании. Ну, что? Негде оставить было больше? Негде. Видите, загружена здесь какая? Ну. Все время так ставите, да? Нет. Первый раз сегодня. Расстроились? Очень. Очень тороплюсь. Я заплачу штраф. Ради бога. Я очень спешу. А это ваша машина? Да. Просто вот оставила вот и забежала на работу. Так что придется сейчас ехать на забирать. Поставили на тротуар? Ну, потому что все было очень занято. Парковки как бы не предусмотрены никакие. Офисов много сделали, а парковочных мест как бы нет. Как вы узнали, что ее эвакуируют? Мне вот как бы сотрудники сказали, что твою машину уже поставили. Хорошо, забирайте, давайте я вам подпишу, забирайте. Я буду со стоянки забирать. Вот. Некуда было поставить. Надо было быстренько сбегать. Вас первый раз эвакуируют? Да. Сейчас буду искать. Нет, я неосознанно, конечно, ставила. Я просто поставила, потому что все сюда ставят, и я поэтому тоже поставила.